Многие из нас, отправляясь в отпуск, едут за границу или на худой конец в тур по России. Но надо сказать, что в нашем Ставропольском крае есть удивительные, замечательные места, которые стоит посетить. Например, Новосилийский район. Многие ученые-географы спорят, где находится граница между Европой и Азией. Так вот, одни говорят, что эта граница проходит по главному Кавказскому хребту, другие говорят, что она проходит по Мамонтовой впадине. Новосилийский район расположен как раз в Мамонтовой впадине, поэтому его жители считают себя и азиатами, и европейцами одновременно. И еще самое интересное – это точка на карте расположения Новосилийского района. Это 44 градуса северной широты и 44 градуса восточной долготы. Центр района Новосилийское, село с одноименным названием, в котором проживают чуть более 9000 жителей. Есть здесь, конечно же, русские, это большая часть населения. И также есть около 10 других национальностей. Семьи в основном здесь коренные, то есть живут несколько поколений уже на протяжении больше 200 лет. Одна из таких семей – семья Татьяны Федоровны Яковлевой, к которой мы сейчас и зайдем в гости. Здравствуйте, Татьяна Федоровна. Здравствуйте, проходите. Татьяна Федоровна мастерица на все руки. Все, что здесь в доме есть, все сделано практически ее руками. Татьяна Федоровна, расскажите, пожалуйста, про свою семью, про своих предков, про Новосилийское. Ну, когда мы перестраивали этот дом, мы нашли дату в подвале, 1876 год. Но это, наверное, где-то подвал был вырыт вместе с домом. Вот где-то с этого времени. Вообще, мои предки – переселенцы из Воронежской губернии. Вот, здесь жили. Но когда я вышла замуж, мы построили дом, жила я на другой улице, а потом, после смерти мужа, я обратно перешла на свое место и с сыном начали строить вот этот дом. Ну, все, что построено, все, что сделано, это, конечно, сделано руками моего сына. Он у меня додельный. То есть это ваша семья практически сколько здесь живет? Ну, вот считайте, если 1876 года, это 200 лет. Больше двух веков. Да, больше двух веков. Здорово. Татьяна Федоровна, я знаю, что вы и рукодельница, на все руки мастерица. Мне об этом рассказали. И сейчас я попрошу Татьяну Федоровну, чтобы что-нибудь прямо здесь мы сотворили с ней. Так хорошо. Интересное. Давайте перейдем вот сюда. Показывайте, Татьяна Федоровна, так. Что мы будем с вами это делать? Ну вот, допустим, мы с вами должны сделать одеяло «Осенний листопад». Мы создаем вот такую схему. Угу. Вот будет у нас листья. Угу. Это схема, это одеяло 1,60 на 2,20. Это будет спальня, большое будет одеяло. Татьяна Федоровна, большое вам спасибо за прием, а мы отправимся дальше по вашему Новосилийскому району. Вот такие вот замечательные люди, вот такие вот великолепные мастерицы живут в селе Новосилийском. Спасибо вам большое, Татьяна Федоровна. Дай Бог вам здоровья, удачи, обязательно приедем. До свидания. Самая главная достопримечательность села Новосилийского – это самый старый на Ставрополье храм. Ему более 200 лет. Дело в том, что он построен на месте сгоревшей церкви. Что интересно,
здесь, во время оккупации фашистами, всю церковную утварь, все иконы местные жители, прихожане церкви из храма вынесли и сохранили у себя в огородах, закопали в зерно, чтобы фашисты до них не добрались. Слава Богу, храм уцелел, и когда территорию освободили от оккупантов, всю церковную утварь, все предметы, все иконы до единой прихожане в храм вернули. Сегодня здесь праздник Преображения Господня, 19 августа, Яблочный Спас. И по этому случаю здесь идет торжественная служба. Давайте посмотрим. Многие из нас, отправляясь в отпуск, едут за границу или на худой конец в тур по России. Но надо сказать, что в нашем Ставропольском крае есть удивительные, замечательные места, которые стоит посетить. Например, Новосилецкий район. Многие ученые-географы спорят, где находится граница между Европой и Азией. Так вот, одни говорят, что эта граница проходит по главному Кавказскому хребту, другие говорят, что она проходит по Мамской впадине. Новосилецкий район расположен как раз в Мамской впадине, поэтому его жители считают себя и азиатами, и европейцами одновременно. И еще самое интересное – это точка на карте расположения Новосилецкого района. Это 44 градуса северной широты и 44 градуса восточной. Многие из нас, отправляясь в отпуск, едут за границу или на худой конец в тур по России. Но надо сказать, что в нашем Ставропольском крае есть удивительные, замечательные места, которые стоит посетить. Например, Новосилецкий район. Многие ученые-географы спорят, где находится граница между Европой и Азией. Так вот, одни говорят, что эта граница проходит по главному Кавказскому хребту, другие говорят, что она проходит по Мамской впадине. Новосилецкий район расположен как раз в Мамской впадине, поэтому его жители считают себя и азиатами, и европейцами одновременно. И еще самое интересное – это точка на карте расположения Новосилецкого района. Это 44 градуса северной широты и 44 градуса восточной долготы. Центр района Новосилецкое, село с одноименным названием, в котором проживают чуть более 9 тысяч жителей. Есть здесь, конечно же, русские, это большая часть населения. И также есть около 10 других национальностей. Семьи в основном здесь коренные, то есть живут несколько поколений уже на протяжении больше 200 лет. Одна из таких семей – семья Татьяны Федоровны Яковлевой, к которой мы сейчас и зайдем в гости. Здравствуйте, Татьяна Федоровна. Здравствуйте, проходите. Могилы священников, которые в этом храме служили. Но и сейчас всех прихожан, всех паломников, которые сегодня пришли в этот праздничный день в церковь, отстояли службу, всех ждут в трапезной. Ну что ж, присядем и попробуем, что же тут в праздник приготовили в селе Новосилецком, чем будет почивать прихожан. Ну, в первую очередь, конечно же, за столом принято пробовать кутью. Кутья, надо сказать, что мне очень-очень нравится. Я верю, что тут она и с изюмом, и с какими-то цукатами. Давайте немного попробуем. Сладко, вкусно, хорошо.
Надо сказать, что в любом доме, куда мы приходили, в селе Новосибирском, нас всегда усаживали за стол. Поэтому село очень гостеприимное, замечательные хлебосольные жители. Дай Бог им здоровья. Такие комплекты где-то есть? Я знаю, что да. Не один комплект такой. Первый комплект был изготовлен для Дивеевского монастыря. Второй был изготовлен для Поклонного на Поклонной горе, храм Георгия Победоносца. Ну, а третий комплект попал к нам. Поэтому вот на вот этом колоколе, который второй является по величине, и надпись преподобного отче Серафиме, моли Бога о нас. Он, иконочка Серафима Саровского с обратной стороны. А трудно звонить? Колокольный звон, музыка, мелодия, как таковой никогда не было. Потому что колокола дарились, и никогда не были комплектом. Больше и меньше в тональность они не подходили. Поэтому вся красота колокольного звона заключается в тоне. Ну, я хочу сказать, что здорово на самом деле. Первый раз на колокольне, это, дорогие друзья, это такое непередаваемое ощущение. Мурашки по коже просто идут от вот этого перезвона малинового. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо. Говорят, колокольный звон исцеляет. Исцеляют иконы, которые здесь, в этом храме, расположены, а также исцеляет молитва. И самое интересное, что молитва исцеляет не просто так, а из... по особому образу сказанное, и из уст соответствующих. Здесь, в селе Новосилецкое, живет бабушка, которая нас согласилась любезно принять. Вот она-то и лечит молитвой. Пойдем. Наняла